Ханголасском районе найдены захоронения 15 века. Древние могилы обнаружены во время двух экспедиций Саха Французской и Института гуманитарных исследований. Ученые нашли 20 захоронений, 5 из них относятся к культуре Кулунатах. Кроме этого, в местности Кудук Жерского наслега обнаружена могила с останками двух тел. Одно из них было сожжено. Члены экспедиции подчеркивают, что ни в одном архивном документе не указано, что якуты сжигали тела при погребении.